Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, авторынок закрыт на локдаун. Слева от авторынка организовали небольшую стоянку, так что в условиях карантина все равно можете приобрести машину, поношенную, так сказать. Вот. Первая машина BMW. Мансур. BMW в хорошем состоянии. Да. Коробка автомат. Какого года? 96 год. 96 года выпуска. Без вложений. Одна дверь, получается. Багажник вместительный. Цена? 2 200 000 тенге. Все, Рахмет. Мотор. Давайте. Номер. А? Номер телефона ваш. Номер скажи. Так, 8 701 125 42 75. По поводу машины можете обращаться по этому номеру. Вот. Можете встретиться с хозяином, обговорить условия покупки. И в принципе все, машина ваша. Далее. Вот еще даже за пределами этой стоянки выставлено несколько машин. Мотоцикл. Кто-то либо на нем приехал, либо продает. Audi. Продаете? Какого года? 92 года выпуска. Объем двигателя 2 литра. Инжектор. Цена? 1,3 миллиона. Такая Audi. Номер свой скажете? 708 940 41 41. Все, можете обращаться по этому номеру по поводу машины, встретиться с хозяином на авторынке, либо же сразу все детали обговорить по телефону. Вот еще номер телефона без хозяина. Просто звоните. Продаете? Какого года? 98 года выпуска. Объем двигателя 2,5 литров. Цена? Цена 2, прошу. 2 миллиона. Торг уместен. Так. Коробка какая? Механик. Автомат. Коробка автомат. Такой вот Opel. Черно-белый салон, пафосный, с имитацией дерева. Машина закрыта. Лада. Следующая Hyundai Акцент. Нет,
продаете? Какого года? 14 года выпуска. Объем двигателя 1,4 литра. Цена? 4800? 4200. Номер скажете? 3 семерки. 686-25-25. Вот тут тоже. Вот тут? Характеристики сразу скажете? Шкода Рапид. 2014 год. Родной краски. 1,4 объем. Так. Цена? Цена 4200. Ага. Вот характеристики вот этой вот машины. Только что были продиктованы. Шкода Рапид. В хорошем состоянии. В новом. Вот салон тоже практически новый. Контакты хозяина тоже были продиктованы. Окна автоматически открываются с кнопки. На этом, в принципе, можно закончить описание машины. Kia Sorento Sorento. Пятнадцатого года выпуска, объем двигателя 2,4 литра, пробег 98 тысяч километров. Коробка автомат, цена 10 500 000 тенге. Можете обращаться по вот этому номеру. Вы для чего записываете? На YouTube канал. А, обзор рынка? Да. Вот, 2008 года выпуска, объем двигателя 2,4 литра, пробег 210 тысяч километров. Коробка автомат, цена 7 миллионов тенге. Екман Сигн Чужилга, к школе МА, ЕКД 3 литр, ЖЖС, ЕКЖИЗ ВОН МАН километр. Багаса 7 миллион тенге. Так, номер 8778-39-0494. На этом, в принципе, все. Еще раз напоминаем, продается Renault Duster. В хорошем состоянии, в отличном. Вот, продается за 5 миллионов. И это не просто машина, это машина от сглаза. Везучая. Владелец этой машины крупный бизнесмен. Хочет баллотироваться в акимы, устроить свою жизнь к лучшему. И так как его жизнь уже всячески благоустроилась, машина ему уже не нужна. Хочет принести счастье тому, кто ее купит. Но если эта машина не уйдет за 3 месяца в чьи-то добрые руки, хозяин психанет и сожжет ее, если наберется 10 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также комментировать видео, отправлять их друзьям. Спасибо, до свидания.